ударный слой и превратился в цель. И я считаю это абсолютно гениально, просто гениально. В каком плане? Потому что без восстановления и создания новой большой страны на территории, там, на других принципах, другой идеологии, другой вопрос. Но без создания этого постсоветского пространства, как единого, в том числе как общего рынка, мы обречены на тысячу проблем. От героина, который будем хлебать и который клышет там в Центральной Азии, условно говоря, до терроризма и прочих вещей. Это задача открытая. Это наша, да, это задача, вот это постсоветское пространство, правильно его оккультурить. Это, у нас и пока единая цивилизация. Вот, а как на Западе делают? Да. У них тоже же были, например, а у Англии же была куча стран, которых они страны, как бы ты оккупировался? Колонизированные. И вот у них они строят эти отношения. И, конечно, тоже там общество коренных линий.